Сегодня у нас прошло мероприятие, которое мы назвали практикум по 6С. Целью этого мероприятия было вовлечение сотрудников в процесс непрерывных улучшений, а также отработка практических навыков в применении инструмента 6С. Очень понравилось, что в ходе данного мероприятия участвовали как работники, которые работают на данном месте, так и топ-руководители. Мы провели уборку, сортировку и чистоту навели. Понравилось то, что мы все работали как одна команда, то, что у нас получился замечательный результат. Произошли физические изменения. И по результатам данного практикума составлен план дальнейшей реализации системы 6С. Ну и в результате все получили заряд положительных эмоций.